На федеральных трассах вовсю работает дорожная техника. Погода отличная, специалисты стараются сделать побольше. В этом году в крае отремонтируют 140 километров федеральных трасс, в том числе мосты и путепроводы. Фреза как бритва срезает старый изношенный слой асфальта. Совсем скоро здесь появится новое дорожное полотно. На федеральной трассе М-53 «Байкал» в Емельяновском и Березовском районах работа идет сразу на 4 участках. Дорожники приведут в порядок в общей сложности 51 километр трассы. Сейчас ремонтируют водопропускные трубы, укрепляют обочины, а полотно укладывают с использованием современного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кстати, он умеет как бы залечивать образующиеся на нем трещины. Достаточно установиться жаркой погоде, и под давлением колес автомобилей мастика начинает заполнять образовавшиеся пустоты. На западном направлении 53 «Байкал» мы еще капитально отремонтируем 19 километров в Боготольском районе. То, что касается М-54 «Енисей», помимо 8 километров выезда, будет отремонтировано 13 километров в Балахтинском районе. Также в восточном направлении по М-53 «Байкал» работы ведутся у нас, получается, на помимо Березовского района, поселка Березовская Вознесенка, в районе Бородино, соответственно, в районе Нижнего Ингаша. То есть планы работы обширные, на самом деле уже везде развернуты. Из-за ремонта проехать по трассам стало сложнее. Движение здесь частично ограничено, работают светофоры. А в особо загруженные часы и в выходные подключается и регулировщик. Везде установлены информационные щиты и знаки, ограничивающие скорость. Впрочем, водители относятся с пониманием. Главное, что это все регулируется. А так, в принципе, надо же дороги ремонтировать. Ну, как, на ваш взгляд, лучше дороги наши становятся? Становятся лучше, да. Вот это особенно Делигейская трасса лучше становится. В этом дорожном сезоне отремонтируют путепровод на малом обходе Красноярска и несколько мостов, в том числе через реки Исаулов в Каманском районе и Малый Кемчуг и Качу в Емельяновском. На последнем как раз сейчас идет демонтаж. Ремонт плановый, направлен на повышение потребительских свойств мостов и повышение безопасности дорожного движения. Ну, в частности, на данном объекте сейчас уже приступили к разборке первой половины. Заменили частично пролетные строения, то есть балки пролетных строений. Будет заменено мостовое полотно, барьерное ограждение, перильное ограждение. Будут установлены новые знаки, разметка. А на востоке края ремонтируют мост через реку Тины в Нижнеингашском районе и через Суходол на обходе Канска. Производится ремонт моста, меняется дорожное покрытие, заменяется барьерное ограждение, также меняются дифференционные швы, также производится замена опорных частей, ремонтируются опоры, ремонтируются пролетные строения. Кроме этого, приведут в порядок 8-километровый участок автодороги М-54 «Енисей» при выезде из Красноярска в сторону Дивногорска. Основные работы на трассах должны закончиться в сентябре. А пока дорожники просят водителей быть внимательными на подъездах к ремонтируемым объектам, соблюдать скоростной режим и не пытаться обогнать поток, ведь даже мелкая авария здесь приведет к тому, что движение встанет. Ольга Тишенина, Сергей Камашев. Новости.